Добрый день, зрители канала, подписчики. Сегодня я расскажу о пляже, который находится на острове Палаван, недалеко от Пуэрто-Принцессы. Пляж этот называется Тагкаваян Бич. Вот, это такой неизвестный пляж. Здесь на самом деле на острове Палаван очень много мест, где можно искупаться, но вся проблема в том, что не к каждому пляжу есть дороги, не к каждому пляжу можно добраться. Вот Тагкаваян — это как бы сравнительно такой пляж, который, ну, недавно начал, можно сказать, функционировать как пляж, потому что дорога к нему еще вот до сих пор строится. Вот она, эта дорога, здесь она есть, потом дальше ее нету, дальше она опять есть. Вот какая-то такая ситуация. Вот сейчас как-то худо-бедно до сюда можно доехать, поэтому мы доехали и решили как бы рассказать и показать этот пляж. Где он находится, давайте расскажу. Значит, если вы едете из Пуэрто-Принцессы по южному шоссе, вот поэтому как бы в сторону, или северное, что-то не помню, по-моему, северное, да. Ну, едете, значит, в сторону Бакунгана, туда, как я уже говорил, к пляжу Нактабун. Вот, Нактабун как раз-таки находится где-то там, вот, дальше направо, если там находятся пляжи Нактабун, Талаудинг. Вы едете вот в сторону барангая Бакунган, по этому шоссе, мимо Робинсона, туда дальше. Вот, доехали до Бакунгана, будет поворот вот налево, свернули, и туда пошла прямо дорога на Нактабун. И получается, вы как только свернули, вы проехали школу, будет, вы увидите, не ошибетесь, будет написано «снизьте скорость, школа», и вот прямо пошла дорога, получается, как бы на Нактабун, и первый поворот вот этот налево. Здесь вы увидите поворот, Т-образный перекресток, заворачиваете и фигачите все время прямо. Примерно 12 километров, 13, и вы как бы вот окажетесь в этом месте, где сейчас нахожусь я, на пляже Тагкаваян. Вот, ну давайте осмотрим сейчас этот пляж. Людей здесь практически не бывает, вот только вот наша компания какая-то, мы собрались, а так никого нет, вот какой-то там рыбацкий домик, там еще что-то, вот эти беседки стоят, ну так вот на вид эти беседки, как будто они, странно, как они тут очутились, каким образом, если никогда не было к пляжу дороги особо, а беседки стоят такие, как будто им там уж 100 лет. Вот, ну, в общем, что мы все... Разговоры до разговора, пойдемте посмотрим воду, как бы сам пляж, что он из себя представляет. Потому что, допустим, как раз он находится на том побережье, где находятся пляжи Нактабун, Талаудьонг, вот этот побережье Южно-Китайского моря, оно более такое купабельное, я бы сказал. Вот, ну и соответственно, пляжи на этой стороне острова Палаван, они как бы получше. Ну вот, что мы видим? Песочек такой здесь. Ух ты, зря тапки снял. Что-то я погорячился. Песок здесь такой, вот видно, вулканический. Он немножко не белый, а такой с черными, с какой-то черной такой крошкой, вот этот блестящий, это вулканический песок. Вот, ну, где-то камни местами. Ну, это, видите, только начало, да, пляж. В общем-то, дорогу только строят. Я думаю, что сейчас там год-два, и здесь будет уже и кафешки какие-то, и беседки будут эти в аренду сдавать. Как на Нактабуне там когда-то чего-то там не было. На Талаудьонге буквально там пару лет назад там тоже дорога была такая каменистая. Вот, а сейчас уже даже и отели строятся. Ну вот примерно здесь уже как бы такое, все песчаное, ни камней, ничего. Так, ну что, наверное, пойдем туда к воде, посмотрим. Вода сегодня теплая. Вот видите, волна такая здесь. Вот, как бы, как я говорил, уже показывал эти все Нактабуны, Талаудьонги, вот, как на этом побережье такое море, такое волнистое, а с другой стороны там Пуэрто-Принцесса, все эти Бем-бичи, там Пристин-бичи, там спокойно, всегда мелко, всегда отливы,
Ну, а здесь, в общем-то, вот даже люди вот уже купаются вот там, уже как бы вот чуть-чуть по пояс. Сейчас немножко такое время отлива, отлило. Ну, вот там буквально немного пройти, уже как по пояс можно смело бултыхаться. В общем, дно песчаное, ровное. Ну, единственное, как бы пляж замечательный, но то, что далеко ехать. Вот, если вас, в принципе, это не смущает, вот такие поездки, то... Как, потому что, как бы, если вы живете в Пуэрто-Принцессе где-то, то другого выбора не остается, как ездить куда-то там на это побережье, на эти пляжи, потому что там в самом городе купаться, ну, не очень хорошо. Ну, вот пляжик такой, как бы, не очень большой, такой в бухточке находится, вот он начинается где-то там, вот это каменистый, и вот такой вот, типа, заливчик, бухточка, вот заканчивается где-то там. Ну, я не знаю, сколько здесь метров, может, 400 длина там самого пляжа. Ну, вот такой вот еще один пляж мы как бы изучили, осмотрели, покорили. Таккалаян Бич. Всем хорошего отдыха, приезжайте, купайтесь.